Дочка, а вот это кто? Это, наверное, папа, а это мама. А это, видишь, вот это, смотри, это зуб. Невероятно используется для нападения и умерщвления добычи, видишь? Да, вот один я коготь, и говорю, да, я и хотел тебе сказать, что... Откнулся еще раз. Она вряд ли. Еле вытащила его. Желтый решила спасти. Кинула туда. Смотри, бежит, бежит. И тут уже почти выход. И тут... Взрывается. Правда, улюбилась? Да? Слушай, я не знаю, может, ну, вроде да, 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 я не знаю. Денис, я Денис. Водитель у нас. А что? Он отличный парень, слушай. Ну, скажи. Я говорю, ты чем занимаешься? Ну, как бы, я говорю, ну, так, в жизни. Он рассказал, что он бывший футболист. Я говорю, игра, что ты, ну, как бы, ну, сейчас вот больше не футболист. Ну, так он мне, типа, много лет. Сказал, сколько ему лет? Держу вообще. Денис! Денис! Ужас! Денис! А ты знаешь, у него как там? Семейное положение? Да. Не знаю. Денис! 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 Давайте еще. Подпрыгивай, вбегай. Я маг и волшебник. Здорово. Ух ты, еще. Теперь нападай, как будто ты нападаешь. Сейчас будет фотография. Моя борода. Разноцветная и зеленая. Да, ты как будто колдуешь. И здесь такой ветер. Да. О, давай, да. У него плащ. Летишь, как будто летишь. Ты не падаешь. Ой, господи. Что ж такое? Что такое? Я не знаю, мне прям аж это темно стало. Ой, подержи, подержи. А знаешь, почему у тебя темно? Потому почему? Ты руками сейчас закрывала глаза. Да нет, я когда фотографировала, мне прям темно стало. Нормально все? А может кофейку? Давай. Так. Данил, держи. Слушай, я тебе не помогаю, но я просто в этом. А тебе с молочком кофейку? Нет. Мне я одна смотрю. Ложка, один сахар. Я как такой... всегда? Одна ложка. Я на работе уже столько кофе выпила. Золотой, а, зеленый, а ты мне сахар положила, нет? Да, положил. Я ее сюда принес. Я ее сюда принес, она вот за чашкой. Слушай, а можно еще одну таблетку такую выпить? Как ее там подъязычную? Подъязычной, да, но лучше еще водой запить. Я сейчас прыгну. Раз. Да. Два. Сейчас, подожди, не прыгай пока. Сейчас. Даня, иди сюда. Данила, ты уверен, что ты черный хочешь? Давай ты будешь красный. Ну давай, Сёж. Хочу спать. Тебе показалось взрослым? Угу. Так только спать, несносный мальчишка. Сейчас же. Митя. Митя. Я всю неделю. Ты наказан, ты понял? Нет, ты понял? Нет, ты серьезно? Ты остаешься без мультиков. Я не шучу. Ну-ка, закрывай глаза. Покажи взрослого. Еще. Пожалуйста. Сейчас придут. Мама, покажи взрослого. Нет, давайте заведу робота какого-нибудь. Покажи взрослого. А? Оденусь я вот как себя. Это ты будешь ему говорить, покажи взрослого. Ну, ты меня совсем не жалеешь, так нельзя же. Покажи взрослого один раз. Нет, ну, ты не можешь так, Митя, вообще не реагируй. Последний раз. Так, Митя, все, хватит. Ты можешь спать? Я уже не могу просто, уже просто сил никаких нет.
Угу. Ну, мы просто поменяем поставщиков. Да, Артур Михайлович. Я сама вкручу лампочки. Угу. Артур Михайлович, давайте мы завтра с вами встретимся, мы с вами договаривались, и завтра мы все прям по списку прям обсудим. Хорошо? Артур Михайлович. Да, угу. Просто уже... Давайте завтра, да, с вами созвонимся. Просто если Оксана отошла куда-то, то можно отнести за нее салат. Я вот заметил, как только я захожу на кухню, сразу здесь начинают все убираться. Пока я не прихожу, никто ничего не убирает. Там написано «Паска с кефиром подогреть». Что давали сегодня? Горячие. Рот. На что, розмарин находится? Там на восьмом жалуются, что розмарины не могли салат. Вот мне кто-нибудь скажет, это вот ноу-хау, да? Вот мы холодильник, который мы купили, черт знает за сколько, и вот здесь вот скотч уже налезли. А, ну это заглушка. Заглушка? Ага. А вот это что такое? А, это у нас сегодня, привезут сегодня. Это для бумаги. А бумага где? А, и мыло тоже, я так понял, нет, да? Ничего нет. Бумаги нет, мыла нет, скотч приклеен. Нормально. Ой, а что, вода только холодная? Ну, горячая. Горячая вода, почему холодная? Ну ладно, дай посмотрим. У меня, знаешь, рука вообще. Ну, я тебе говорю, вот смотри, вот я тебя тру, я, да. Ну, я вообще не понимаю, вот я это рукой... Здрасте, не понимаю. Я тебе говорю, что я не чувствую, что, видишь, у тебя такая рифленая эта штука. Ну. Вот, а я, видишь, так беру, я даже, вот я когда нажимаю, я не чувствую. И ты не понимаешь, что ты берешь? Ну, я чашку держала с Артуром Михайловичем, я разговаривала. Ну, просто я обожглась вся тут, видишь. Это еще. Слушай, может, тебе на иглоукалу не тогда к Сан Санычу сходить? Во-первых, он тебе поставит диагноз сразу, угу. Он тебя по позвоночнику вот так пройдет. Может, к терапевту лучше на все. Не, ну а что, одно другому не мешает. Сходи к терапевту и к Сан Санычу зайди. Или вызови терапевта на дом, и все. Чуть тебе самой-то ходить. Так, в порядке. Значит, началось все с того, что у меня появились такие странные ощущения в руке. Вот в правой. Какого рода? Ну, потеря чувствительности. То есть я не чувствую, например, кружка горячая или холодная, вода. То есть, ну, например, кружку могу взять, кипяток и держать прежде, ну, долго, прежде чем я почувствую. Угу. Вот. Потом, ну, когда я веду машину, то есть у меня такое выключение сознания как будто происходит. Угу. Вот на секунду прям раз, и потом... Я, ну, там какой-то. Потом я пошла на рынок и фрукты я покупала, как это называется, господи. Апельсин? Нет, не апельсин, а вяжет, который. Хурма. Да, вот. Дышите. Еще раз. Так, хорошо. Так, давление у вас немножечко повышенное. Это ничего страшного, ни о чем плохом это не говорит.
Ну, это может быть сезон, понимаете? Угу. Такая погода, а, витаминоз. Организм устал за зиму. Может быть, точнее, не может быть, а скорее всего, ваши переутомления постоянные. Я вам выпишу таблеточки, пропьете курс таблеточек, витаминки обязательно. Угу. Побольше отдыха, побольше свежего воздуха. Вы все-таки молоды, у вас ребенок. Вы должны себя беречь как можно больше. Баловать себя, любить. Заведите себе любовника, если такого не имеется. Любовь. Ну, женские эмоции, хорошие женские эмоции. Один из самых лучших препаратов от всех недугов. Это Фил Джонс, ему 19 лет и неплохо. Мам, смотри, осьминог-мутант. Это же бутылек. Так я и говорю, мутант. Так, это же мой бутылек. Так, я вот 3 дня уже ищу, дай-ка мне сюда. Ну, да. Мить, у тебя что, игрушек мало? Да, мало, ты мне уже 100 лет ничего не покупаешь. Ты просто обалдел уже от наглости. Так, ты вообще должен готовиться, кого ты там играешь? Пиратов. Ну, так и чего, я не вижу, где пират. Смотри. Угу. Я! Эй, дай мне. Это мой бутылек. Ху, хо, ха, хо. Хо. Давай, давай. Ноги у тебя ледяные, понимаешь? Ты чем был занят? Я придумывала историю. Какую историю? Про пьянство без конца. Пьянство без конца? И что за история, интересно? Это история, что птеродактиль прилетает со своей планеты и хватает крокодила. И забирает его на свою планету. Но потом крокодил говорит, что и не надо грубить, и птеродактиль это поднимает и возвращает крокодила опять на свою планету Земля и тоже становится таким же, как крокодил. Ясно? Да. Мам, хочу печенье. Сейчас, милый. Черепашка-ниндзя всех перебила. Угу. Класс. Дышать? Еще? Хорошо. Ага. Этот нет, а это? Ага. Хорошо. Руки в стороны. Глаза закрыть. В стороны. Руки ко мне обе. Хорошо. Пальцем этой руки достать кончик носа. Кончик носа. Так. Снимки были? Нет. Снимок головы не делали? Mm-mm. Хорошо. И такие слова, как КТ и МРТ, вы не знаете, да? Слова знаю, но никогда не искал. Хорошо. Значит, я делаю снимок и прихожу к вам, да? Вы делаете снимок, приходите ко мне, и я вас отправляю в соответствии с тем, что увижу. Тогда можем говорить определенно. Угу. А что так... это примерно так может быть?
Они бегут, а, помогите, помогите! На наш город напал Годзилла! Мам, а расскажи еще про аварию. Ну, я тебе уже 100 раз рассказывала. Ну, смотри, вот я, да? Вот это я. А тут тащится вот этот, видишь? Он как-то так быстро так проезжает вот сюда. Я врезаюсь прямо ему в бок. А он дальше поехал. А меня начинает кружить, кружить просто по всем полосам. Мама! И так меня прям кружит, кружит. Тут все... И меня несет на обочину, и там я просто в столб так. Приезжает скорая, все. А я так лежу на руле, даже ничего вообще не чувствую, представляешь? Я такая, очнулась, такая, а где я, кто я? Просыпаюсь, у меня рука вся забинтована, представляешь, все. А в голову они говорят, вы знаете, вы не волнуйтесь, мы тут вам вставили такую железную штуку, так что вы не волнуйтесь, теперь у вас железная голова. Как у железного человека. Вот. Так что она никогда теперь у вас не будет болеть. Страшно? Ага. Давай, заказ, который с собой спускаешь, выбирай. Сухня, мать. Здравствуйте. Привет. Твоя девчонка? Привет, дорогая. Здорово. Да, официальное заявление. Ну, в общем, у меня теперь нет половины мозг, так что теперь я все буду забывать. Прошу этим не пользоваться. Ну все, друзья, за работу. Да, давай. Артур Михайлович, вы чего здесь? Хотите на свидание меня пригласить? Слушай, подожди. Положи все это. В общем, так. Угу. Если угу. нужны будут деньги на операцию, на лечение, нет проблем. Понимаешь? Понимаешь? Нет проблем. Я пошел. Все? Все. Все. Возьмите Юльку управляющую вместо меня. Так, этот вопрос закрыт. Ура! Юльку иду поздравлять. Слушай, что тебе там колят, а, в вашей больнице? Ты когда на пенсию пойдешь, тогда и будешь себе замену искать. А сейчас иди работай. Трудотерапия, между прочим, алкоголиков лечит. В общем, нужны будут бабки. Звони. Артур. А? Ой, ну что это за приставание на рабочем месте? Пока. На йогу записался? Слышь ты, йога, иди работай. Я думала, меня на свидание пригласить. Что ж Алло, Юлька. Ну как вы там? Все нормально? Угу. Ну, волнуйся, они динозавры сейчас выращивают там. А, динозавры выращивают. В общем, занят. Не надо его так, он из себя так воздух... Да он... Его там... Надо, чтобы он под водой лежал. Ну, сейчас еще 20 минут докапаюсь. И приду, ладно? Давай. Аккуратно там. Угу. Ну все, давай, спасибо, пока. Ну вот смотри, так кажется толстый. Толстый, а так маленький. Тоненький, толстенький. Тоненький, толстенький. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Не, ничего.
Итак, в первую очередь вам нужно собрать медицинские обследования для Мити, затем фотографии, и я бы вас попросила сделать DVD. DVD с его видеозаписями. Есть у вас какие-нибудь домашние видео? Да, да, да. Ну, просто какие-то там, то, что я снимала утром, ну, любительская съемка. Да, да. Перекачать это на DVD и предоставить это все мне. Сколько по времени? Минут 10. Угу. И вы будете показывать это потенциальным родителям? И если они заинтересуются, я буду с ними встречаться? Да. Так вот совершенно все точно. Чем скорее мы это сделаем, у нас все будет на руках, тем скорее мы сможем начать процесс поиска. Хорошо? Значит, видео, фотографии. Пришлите мне еще, пожалуйста, все, что вы мне сказали, на e-mail. Я все забываю. Хорошо, нет проблем, я сегодня же вам все вышлю. Ну, там все просто. Но цена вас устраивает. Да, да. И простите, что еще раз вас спрашиваю, но вы уверены, что не хотите оставить ребенка с бывшим мужем? Давай. Чё ты ползаешь-то? Чё ты ползёшь-то? Обал, ну, может, на стуле. Да ты не ползи, ну! Ну, давай! Это уже не повезло чуть-чуть. Уже в данном составе играют, сейчас хоть тем более не забьют. Не-не, они разыграются. Веришь, да? Да, разыграются. Как всегда. Ой, там снимётся кто-то в дверь. Сходи, посмотри. Твоя же квартира, ты хозяин. Ой, надоели. Можно? Можно. Туда повесь. А, не снимай обувь. Проходи на кухню. Ко мне тут ребята пришли хоккей посмотреть. Здрасте. Нет, нынешний. Проходи сейчас. Садись. Чайку будешь? Давай. Черный, зеленый? Зеленый. Угу. А я тебя обманул. У меня только черный. Давай черный. Правильно, нужно чайку попить. Холод-то нереальный. О! Лампочки занимались. Они, правда, бракованные. Завтра придется на склад ехать и обменивать их. Выпей чайку с дороги. Хочешь печенье? Юбилейное. Как в детстве, да? Не, вообще тема классная. Эти лампочки-то. Вот. Скоро весь мир за них перейдет. Статья была, правда, не знаю, черт, этот журнал или не этот. И вообще, знаешь, на самом деле это даже полезная вещь. Вот эти обычные лампочки, да, они как бы импульсивные, моргают. И это просто наш глаз привык, а на самом деле, ну, мы не видим этого света. А вот эти лампочки, их даже можно в оранжерее, их растения видят. Под ними они расти начинают. Это, кстати, говорят, что вот эти лампочки энергосберегающие, они белые, непонятно. Нет, на самом деле, это самый правильный свет. Если ты винтишь их во все комнаты, это будет очень хорошо. В туалет, в ванну. От них витамин D3 вырабатывается. Это тут вот написано. Вот. А от этих импульсивных, не, ничего. Где же эта статья-то? Вот. Да, я сейчас повтор посмотрю. Ой, его. Иди ты. Ай, молодец! Ай, красавец! Затолкали! Затолкали! А я тебе говорил, а ты... Затолкали! Я же говорил, ваши разыграются.
разыгрались. Наши-то. Прошлой шайбой, да, Тарасенко открылся на дальней штанге. Шайбный коншет. Коншет, да, 3-3. Как там маленький-то? Вообще-то он уже не очень-то и маленький. 5 лет? 6. Карате, наверное, занимается? Нет, он не ходит на карате. Ну и правильно. Я тоже люблю эти карате, тэквондо. Слушай, у меня тут такое дело с этими лампочками случилось. Я на складе-то проверил, конечно, 2 коробки. Они там плотные были. Пошел с ними в машину, сел. А что они там и как грузили? Я не проследил, дурак. Мне посмотреть, что они мне там грузят. А я сидел в машине, поленился. Вот теперь не знаю, что мне с ними делать. Теперь говорят, плати за всю партию. Но я же их не разбивал. Отложи мне 2000 на жизнь. Вот спасибо. Отложи 3. Я бы на вашем месте еще раз обо всем хорошо подумала. Я вообще-то очень хорошо подумала. Думаю, на сегодня я все выяснила. Если что, я вам позвоню, хорошо? Люба. Угу. А это твой брат делал видео вечеринки на 2-летие? Ну да, Антоша. Дай телефон. Антон, я вот хочу смонтировать маленький фильм про своего сына. Ну, я понял, я Любу говорил. Да, вот у меня материал весь на флешке, на жестком диске, вот тут на дисках. Разберемся. А какой хронометраж? Я хочу минут 15-20. И выберите такие моменты, где он улыбается, так, таких трогательных побольше моментов. А когда вам видео надо? Через 2 дня сможете? Ну, я рассчитывал на неделю, как бы у меня другие заказы. И... Понимаю, какая у нас в этой ситуации? Ну, 5000. Если добавите, будет хорошо. Дело в том, что один из нас не может иметь детей, вот, и это привело нас сюда. Нас все устраивает, да, мы посмотрели ваш диск такой нормальный, хороший, такой симпатичный парень. Мы очень любим друг друга, вообще мы 4 года в браке. Она продает таблетки, она очень хорошо упакованный человек, у нее прекрасный дом. Мы, кстати, фотографы, у нас своя фотостудия, профессиональная. Ездим по разным городам. Наша фотостудия «Мираж», она очень известная, в принципе, по России. I would like you to know that I would be a wonderful, wonderful mother. Please trust me. Мы сейчас это не изобразим просто, но это было настолько искренне, мы просто схватились друг за друга и так. Это он, смотри, смотри. We found him. We found him. Я хочу ему дать настоящую мужскую профессию. I think he'll look like me. Did you notice he has my eyes? Isn't it my eyes? No, my lips and my eyes. Your nose. Мне кажется, что из него вообще получится то, что я не смогла в себе выразить, понимаешь? I was watching the DVD and I paused it on your son's face and it was like, oh my God, that is what my son would have looked like.
if he'd been born. На самом деле можно сделать следующее. Чтобы ребенок к нам привык, можно провести небольшой процесс адаптации. Для этого можно взять его на какое-то время, на час, на два. Можно с ним пообщаться, погулять, поговорить, послушать, чем он живет. Да. И уже исходя из этого, каким-то образом постараться почувствовать его, принять его таким, какой он есть, и дать ему возможность нас почувствовать, принять такими, какими являемся мы. Правильно я говорю? Она спрашивает, говорит, прикольно. Говорит, на кого похож? Я говорю, ну, а вот так. Говорит, на Джима Керри. Только на Джима Керри лысого такого, знаете, который раком болеет. You know, it's as you know, cancer is serious. You know, I don't need to tell you that. And let's get him tested and let's see what's wrong before we start discussing who, if I don't want him or anything, because, you know, it's, of course I want him. As soon as I saw him on the DVD, I fell in love with him. Все нормально будет, не беспокойтесь, с Виталиком все, все хорошо. Ну, это другой мальчик. Какой мальчик? Ну, это... Виталик? Это был предыдущий. А кто у нас на обоих на компьютере? Ну, это же Дима. А, это Дима. Да, это Митя. А, это мы сейчас про Митю говорим. Митя. Ну, да, ну, я его имел в виду, да. Да, это Инна. Насчет диска? Да, правильно. Да, я общалась с Катей, потом она показала ваш диск. Я его посмотрела сразу три раза подряд. И позвонила вам. Вы можете немного рассказать о себе, кто вы, чем занимаетесь? Угу. Мне 34 года. Я родилась в Ростове. По образованию ботаник. У меня свой цветочный магазин. Да, я давно всегда мечтала, наверное, открыть свой магазин, но сначала это было сложно. Наконец, год назад получилось, теперь я хозяйка цветочного магазина. Можно будет прийти к вам? Да, конечно. Угу. А вы замужем? Да, я замужем. Моего мужа зовут Сергей, у него своя строительная фирма. Понятно. А вы давно женаты? Да, уже 7 лет. А, и у вас нет детей своих? Нет. А почему? Я не знаю. Мне объясняли, но я так и не поняла. Я обязательно пришлю вам все медицинские справки, и там будет этот диагноз. А хотите, я вам тоже пришлю? У меня вот такая вот папка. А это ваше совместное решение с мужем? То есть у вас долго не было своих детей, и вы решили... Взять ребенка, конечно. Да, взять ребенка. Но мы давно хотели. Как-то сейчас поняли, что пришло время, наверное. А почему именно Митя? Когда я увидела Митю, просто захотелось быть с ним рядом. Глупо, наверное, рассказывать вам. Вы и так знаете, что он замечательный. Такой живой. Такой смешной. Ой, простите. Будьте здоровы. Ой. Здорово, как если вы сказали, будьте здоровы, я сразу выздоровела бы. Я буду вам еще много разных странных вопросов задавать, так что вы не обижайтесь. И давайте начнем с того, что я приду к вам в магазин. Когда? В какой-то момент. Да вы не волнуйтесь, вы мне очень понравились. Вы знаете, я вас увидела, и мне стало как-то легче. Потому что весь предыдущий опыт встреч меня расстраивал. Я очень рада, что вы появились. Рада с вами познакомиться. Инна. Как вас зовут? Я просто все забываю. Ольга. Шутка.
часто люди приходят за букетом, знаете, не успели купить подарок. Или даже для себя решили, пока мы делаем букет, там часто не очень быстро это получается. Чудесные такие вещи. Ой, это что за вещь? Это керамическое изделие с элементами дутого стекла. Пользуется бешеной популярностью. Продано 0 штук. Я вот как раз и думаю, что мне типа такой урны понадобится скоро. Понимаете? А она открывается? Такая симпатичная, с цветами уже. Я думаю, только поместится туда, наверное, да. Или в такой. Нет, но это для полных, да, наверное? Ладно, что тут еще? А свиньи наши делают? Нет, свиньи — это финские. Финская свинья. Почем она? 2800? Ну, импортная. А это у вас что за дощечки такие? Сертификаты. Школа икебаны. О, вы мастер икебаны? Самая востребованная профессия в мире. Телефон просто разрывается. В смысле, вам звонят из Японии и заказывают икебаны? Да, постоянно. Просто каждый день нам заказывают по 10 икебан. Императорская семья и другие члены королевской фамилии. А как ваше имя по-японски? Вон там написано, видите? Вон там человечек перевернутый. Ага. И домик рядом. Это я. Класс. Угу. И костюм у вас такой японский. Ну вот познакомься. Это мои друзья Ольга. Привет. И Сергей. Митя. Привет. Сергей работает, знаешь, строителем. Он может построить целый дом или детский сад. Меня возьмешь на стройку? Конечно. Если только в каске можно так ходить. Да, там такие классные каски, огромные, оранжевые. Да, тут тебя либо кирпичом раздавят, либо тележка раздавит. Либо краном, кран может упасть. Считай до трех. Раз, два, три. О, фигурка. Значит, сила 16. Видишь, такие способности 14. Удачи 5. Сейчас его на подставку поставим. Вы знаете, у императора, у владыка Ситхи, было 30 удачи, а у этого 5. И у него была самая большая сила 100%, а у этого 16%. Так что он его порвет, как тузик грелку. Сейчас я оставлю вас на секунду, я принесу салфетки, хорошо? Не боишься? Нет. Пойдемте там в Макдональдс, давайте чипсы. То есть это все, как бы, вы можете сказать, что да, это, но после того-то. То есть не отказывать ему, а просто сказать, что это все можно, но только если мы сначала там съедим суп. Можете ссылаться на меня, что а мама сказала там, что так и так. То есть после супа можно безумие. Я, кстати, готовлю отличный суп. Вот. Если вам будет нравиться, вы можете мне позвонить. Что? Он был вкусный. Не тот, который на прошлой неделе. Я приготовила суп с грибами. Сережа сказал, что это за суп с жвачками? Просто грибы были сушеные, они не успели. Ты хорошо готовишь, кстати? Я хорошо готовлю. Сережа, она хорошо готовит? Сережа, я скажу, что я хорошо готовлю. Просто у Сережи мама очень вкусно готовит. И по сравнению с его мамой, я, конечно, не дотягиваю. Соревновательно. У Ольги все время, да, такой комплекс неполноценности? А давай ты придешь? Не знаю, я, может быть, не очень хорошая мама, я не очень хорошо готовлю, не очень хорошая жена. Расскажите мне, как вы познакомились? Расскажи. Я как раз только приехала из Японии, пришла в театр, и прозвучал звонок на перерыв, на антракт. Я очень медленно встала, и там много людей, они начинают зашуршать там какими-то бумажками, там все женщины, там пойдем, мужики там бегут скорее в кафе, что-то выпить. И я вот так вот поворачиваюсь сквозь всех этих людей и смотрю, в глубине зала стоит человек. И в тот момент мне показалось, что он тоже вот совершенно в другом ритме, нежели все остальные. Я прям увидела полный зал людей. Знаешь, когда встречаешься, прости, с человеком каким-то, и тебе кажется, что ты с ним, знаешь, когда взглядом пересекаешься, и думаешь, чего-то она на меня смотрит. Чего она на меня смотрит? Вот его первая мысль. Нет, что-то это. Чего она на меня смотрит? И как ты это знаешь? Что-то его пускали. Нет,
Лариса Михайловна, я ничего не очень понимаю, честно говорю. Парт. Что, про что вы говорите? Нет. Да. Нет, все. Простите, так. Маму не говорю. Так. Почему за мной мама не приехала? Малыш, ну, мама сегодня пошла в больницу. Ей надо сделать там укольчик, и она сказала, что ты не будешь против, если мы тебя заберем. А из-за чего? Ну, ей доктор сказал, что из-за аварии ей сегодня нужно обязательно прийти и сделать укол, понимаешь? Ничего страшного, но она не успела просто с тобой приехать. Окей? Угу. Пойдем окей. Сегодня погуляем? Да. Вместе? Угу. Сережу возьмем? Угу. Возьмите меня, пожалуйста. Оп. Еще и пару кружочков. Оп. Оп. Все прекрасно. Не получается. Так. Не стягиваешься? О, благодарю вас. Смотри, мальчик уже сел на голову. Я ничего не сел. Я просто летаю на шутке. Здесь я сплю. Так как? Что, ты замучился? Я-то поесть приготовила. Ну, что смогла? Ты видел? Вкуснятина. Вы в музей да. попали, да? Да, конечно. Мить. 20 тут. Подвинь чуть-чуть. А хлеб какой? Белый, черный? Что вы видите? Спасибо. Холодный, но не отвратительный. Это вкусный, это прежде. Вкусный? Mm-hmm. Суп кушай. Не хочу. Ну, кушай. Картошку. Смотри, какой ты худенький. Воткнул в картошку вилку. И что? Получился у тебя человек, посмотри. Даже с глазами, смотри, вот, на него дырочки. Глаза. Можно сделать рот. Рот можно сделать из чесночка. Вот так. Mm-hmm. О! А, осторожно. Волосы, смотрите. Мама, хочу воды. Налей мне, пожалуйста, водички. Это леший! А мы можем... Нет, мы сейчас делаем волосы. Стой, подожди. Я картоха, я к тебе пришла. На, как мы делаем? Чиполлино? Ну, не, мы делаем волосики, смотри. Чиполлино! Смотри, что произошло. Ой-ой. Это мозги. Мозги. Мить, не играй с едой. Я не играю. Хватит! Ну ладно, мы да начали. Да мы виноваты. А что ты делаешь, Бэмби, на глазки? Давай лезь, ты лезь под стол и доставай. Ладно, сейчас. Сереж, помоги мне. Нашел? Да. Мы что, с тобой не говорили о том, что не нужно играть за едой? Ну, мы начали, прости. Мы не будем больше... Не нужно его защищать. Мы говорили или нет? Да. Я не слышу. Говори, пожалуйста, чтобы тебя слышно было. Да. Да или нет? Да. В следующий раз, если ты уронишь картошку, будешь ее есть. Понятно? Понятно. Почему ты не ешь суп? Я не хочу. Возьми ложку и ешь суп. Не хочу.
Ольга старалась и делала суп. Возьми, пожалуйста, съешь 2 ложки. Ничего страшного, а что, может, он картошку поест? Нет, пусть он сначала съест суп. Что значит, съест картошку или не картошку? Что, все? Да. Все, выходи за стола, иди мойся и спать. Как я свет включу? Поставишь табуретку и включишь. Стоп. Иди сюда. Скажи спасибо Сергею и Ольге за то, что они провели с тобой целый день. Спасибо. Тебе спасибо. Спокойной ночи. Спасибо, что погуляла с нами. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Может быть, я пойду сейчас к нему? Ну, конечно. Не-не, а? Делай, как хочешь. Я не думаю, что она какая-то там Мегера. Просто она вообще меня никогда не слушается. Просто если я их не выпью, то я просто как это, как Золушка превращаюсь в эту, как ее. Ну как эта штука называется? Ну такая. Сразу такой вкус, как будто я вообще так всю кучу всего того, что нельзя, я все нюхаю, так как будто я чуть поел. Вот. Это видишь, мама инопланетянин, то не А, вот это ты в оранжевом? Да, это я видишь, скафандр, я то есть тоже нет. А это черепаха, это просто такая история была. Ну, он-то так он выглядит вообще. Он так выглядит, уверенно. Он так орал. А, нет, мама, я боюсь. Она же страшная черепаха. Нет, ну она что, черепаха, она вообще там голову там высунулась, ерунда. Вот, а вот я сейчас все это я обожаю. Там написала на рамке так. Мама. Готова ко сну? Да. Голову не мыли? Так, целую мамочку спать все. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Слушай, мне надо укол сделать. Здорово, так он, когда из ванны его вынес, он так хохотал. Пэтсон еще раз обыскал весь дом. Он уже разволновался не на шутку. Придется теперь искать во дворе, в саду и, быть может, у самой дороги. Но когда он стал одеваться, он не смог найти ни носков, ни ботинок. Вот вечно так, вечно все пропадает. Там, в старом мокром ящике, заваленном ржавым мусором и пожухлыми листьями, прыгал от радости малютка Финдус. Когда недавно гуляли, лежали так на горке, и на нас метеориты падали. И чтобы сбить метеорит, надо в него плюнуть. А еще он будет говорить, алло, подходить к телефону, думаю, алло, здравствуйте, а мама в туалете. В детстве, когда мне уже было 14-15 лет, уже все девчонки целовались с пацанами. Все в классе, все рассказывали постоянно, как круто. Но вообще на меня никто не смотрел, потому что я была очень худая, дохлая, мальчишки на меня не обращали внимания. Я решила практиковаться так, как-то надо, потому что в какой-то момент... Этот поцелуй наступит, надо быть уже подготовленной, профессиональной. Я подумала, что больше всего похоже? Губы. Я взяла 1 килограмм мандаринов, очистила их. С мандаринами целовалась.
раз в лесу напала белка. Это реально, она выскочила и так на меня смотрит. Воинственная белка вот такая. Я просто бросилась бежать. Она реально она хотела что-то со мной сделать. А потом мы увидели настоящего кита. Он подплыл. У него белое брюшко, и когда он переворачивается под лодкой, ты видишь, какой он огромный, он гигантский. Они огромные, они больше, чем лодка. Подплыла под лодкой, вот так вот выпрыгивала, там делала, и так и обратно ныряла, представляешь? Это самое красивое, что я видела. Ты не веришь, что они, ну, могут существовать на самом деле. Класс! Я бы тоже хотела посмотреть на эти, как... Ну, про которых ты сейчас рассказывала. Как они называются? Ну, давай про это, про первого парня. Че, Сергей, твой первый парень, да? Или у вас еще ничего не было? Что моя мама попала в аварию. Круто. Теперь у меня сбинтованная голова. Я теперь тоже хочу попасть в аварию. И я бы хотел бы. Внешне такая, ну, типичная модель, красотка, в общем. Я так сначала в ужасе вообще была. А она так я с ней поговорила, такая девица, ну, так женщина. Говорит, мечтала о цветочном магазине. Я пришла к ней в цветочный магазин, она эти букетики составляет. Нет, ну что, они трогательные люди. Он ее называет, она такая, ну, модель, худышка. Он ей говорит, там бультерьерчик, толстушка моя. Бультерьер, а почему бультерьерчик? У меня же так хватит. Нет, ну видно, что это такая... Слушай, ну ты бультерьер, за что ты привязываешься к словам? Это же такие отношения между людьми, понимаешь, такое доверие. А тебя кто-нибудь называл бы? Вот там ротвейлер ты. А что тебе? А Денис тебя, вот Денис, как тебя называют, Денис? Денис меня ласково называет. Ну как? Киска? Как солнышко, слоник, котик, зайка. Бегемотик? Ну, тут ты знаешь. Ну вот, это тоже. Что я похожа на бегемота, что ли? Я у него сразу спросила. Говорит, что я похожа на бегемота? Все, бегемотик. Ну, говорит, ну я же говорю бегемотик, а не бегемот. Ты понимаешь, да, что ты параноик? Слушай, я не параноик, но когда бультерьерчик, ну, понимаешь, бегемотик – это доброе животное. Ну, он же добрый. Он лежит. Что-то. Сейчас мне нельзя меня это. Так, меня будет сегодня кормить или нет вообще? Не знаю, как ему сказать. Давай я скажу. Не. Я сама. Нравится Ольга и Сергей? Ну да. Тебе же с ними весело, не страшно? Ты меня не слушаешь. Посмотри на меня, пожалуйста. У меня из-за аварии очень сильно болит голова. Понимаешь? Угу. Мне нужно лечиться. Пока я буду в больнице, ты же не можешь здесь быть один. Не нужно, чтобы ты поехал к Сергею и Ольге, понимаешь? Угу. Ты можешь повернуться ко мне, Митя? Я устала уже повторять. Но я тебя прошу развернуться и послушать меня.
Ты меня услышал? Ты можешь на меня посмотреть? Иди сюда. Я хочу с тобой поговорить, ты занимаешься чем угодно. Я тебе 10 раз я тебе сказала. Митя, посмотри на меня. Митя, посмотри на меня. Ты слышишь, что я тебе говорю или нет? Ты меня хочешь на органы продать? На какие органы? Ты чего? На детишек. Ты чего, дурачок у меня? Я видел по телевизору, как некоторые мамы продают детей на органы. Конечно, нет. Ни на какие детские органы я тебя не продаю. Я не могу тебя взять с собой, понимаешь? Туда не пускают деток. Можешь меня послушать? Не пугай. Я тебя не пугаю. Не пугай. Я тебя не пугаю. Пугаешь. Нет, не пугаю. Пугаешь. Не продавай меня. Без дядя. Ты хочешь меня продать, потому что я себя плохо веду? Потому что я с собой тарелку не мою. Я сейчас помою, прям всю посуду помою. Мам, я все помыл. Теперь ты не обижаешься на меня? Ну, нет, не обижайся. А со стола еще крошки уберешь? Все, я звоню, да, отменяю. Скажу, что мальчика больше не продаем на органы, да? Алло? Да, здравствуйте. Нет, нет, вы знаете, он такой помощник стал у меня. Он так исправился. Он теперь моет посуду и крошки со стола убирает. Нет, нет, ни за какие деньги. Даже за миллион-триллион долларов мы не продадим такого мальчика. Ну, ты молодец, ушастик. А я на еще больше, сказала вторая. И они начали в один голос. Жила-была Мюнхла, очень добрая и милая. Еще она была большая и сильная, умная и красивая. Это была самая лучшая Мюнхла на свете. Да, задумчиво сказал Финтус, но ты мой лучший друг. Угу, кивнул Пэтсону и улыбнулся. Это точно. Все, конец. Мам, а кто такие Мюнхлы? Мюнхлы — это такие невидимые помощники Финтуса. Ты знаешь, что я тоже Мюнхла? Как? Но даже когда ты меня не видишь, то я все равно с тобой, понимаешь? Если с тобой что-то случится, то я все равно всегда буду рядом. Я всегда тебя слышу. Ну что, поживешь немного, Ольги, Сергей? А если долго? Не надо долго. Я постараюсь недолго, ладно? Они точно мне продают на детишек органы. На детишек органы? Точно, точно. Они хорошие, ты их сам-то не обижай, ладно?
Ваше императорство, ты слушаешь, ладно? Сергей обещал тебе велосипед купить. Научишься кататься. Со Светом? Ага. Вы из хосписа? Ну да. Вы Кенни? Ага. Ой, она умерла вчера. Шутка. Заходите. Что-то у нас темно-то. У вас... Кофе есть?
Да, у меня пирожные есть. Хотите? Проходите. Угу. Сейчас я вам... Можно, да? Стол, да, пожалуйста. Нет, вы меня просите, пожалуйста. Сейчас я просто волнуюсь, потому что я, короче, первый раз. Я тут немножко съела сверху. Красиво. Так, ну что вам еще надо-то? Может быть, посидеть с вами просто? Класс, давайте посидим. И я подумала, может быть, я классно. Просто уберусь сначала потихоньку, да? Круто, и полы помойте. И полы помойте. Вам, наверное, же, тяжело. Давайте, может, я... Не, мне круто, я на колесах когда, это вообще. Ага. Это как ЛСД просто. Я звонить вам буду 3 раза в день. И приходить буду раз в 2 дня. Просто это самое, ты не заморачивайся, потому что я на этой неделе собираюсь тут покончить с собой. Но перед этим я хочу, значит, что? Значит, погуляем, поедим мороженое-пирожное. Ты фильмы качать умеешь? А я не умею. Фильмы качать, но парень, да, мой. Парень. Парень есть, класс. Ага, да. Пусть мне тоже позвонит. Конечно. Чё? Шутка. Ну, пусть звонит вам. Нет, я просто ему скажу, можете сказать, конечно. Какие фильмы, да, качать. Все, я ничего не претендую. Хотя я когда-то была ничего. Ну, сейчас тоже. Сейчас ничего и... Что же? Пишите. Знаете, я не знаю, что говорить. Я как-то, плохо у меня с разговором. Я буду говорить, я вот 2 недели вообще ни с кем не говорил. Маникюр, педикюр сделаем вам, конечно, да. Доброе. Класс. Так мне нравится. Ты боишься высоты? Я очень. С детства. Все, тогда сегодня мы прыгаем с парашютом. Че, у вас шея болит? Ой, да. У меня на самом деле тоже у самой шея болела, но я пошла на йогу, и как-то стало мне полегче. Так у меня все время тоже шея болела. У меня есть книжка с собой. Это все для совсем начинающих. Поза героя. Ага, вот поза красивая такая. У меня, правда, не получается. Руки тяжело держать, на самом деле. Похоже на Камасутру. Да? Наверное, это же все как бы... Индия. Врикшасана. Мне скажите просто, что вам надо. Я поеду и все куплю завтра. Там, может быть, соломинки, чтобы легче. Да ладно, легче. Соломинки у меня есть. Ай. А вот это выбрасывать? Да. Нифига себе, что делаете? Круто. Ну ладно. Зачем ты так делать-то? Если ударится, я же потом не буду знать, что делать. Вот так вот. Вот так. А я сейчас подушку. Сейчас подушку принесу. Ладно? Шутка. Все, я уже иду. Да это шутка. Какая шутка-то? Я же испугалась. Не надо так делать. Правда. Прости, пожалуйста, больше не буду. Но это правда шутка была. Прости. Вот такие волосы жесткие. Угу. Круто. Конский хвост. У меня тоже были крутые волосы. Барашка. Как ты думаешь, я блондинка или я кудрявая брюнетка? Пойдем? Если мне надо выпить, вот дай мне это, пожалуйста. Ага. А сколько? Сейчас меня будет тошнить. Нет, все, уже не тошнит. Пошли. Все? Обратно пойдем, да. Ну, обратно. Классно, ты меня обнимаешь. Ты придешь ко мне еще? Я приду еще, да. Ой! А ты ноги бреешь? Я ноги. Бывает, да, в летний сезон. Брею, конечно. А я не брею. Я больше никогда не буду брить ноги. Иду. Уже здесь. Thank you.
подглядывай. Приз. Я не знаю, Кашка, как это включать все. Ну, а случайно? Совсем случайно? Ты не помнишь, какой канал надо включить, чтобы там видео было? Давай в службу спасения позвоним. Алло. Придется нам разбираться самим. Вы что, не приезжаете к смертельно больному? У меня не работает видак, охренели? Ой, всего я ничего не умею. Вот оно. И о, что? Просмотр. Надо. Браво, просмотр. Ты лучшая. О. Так. Кого-то. Кого-то. Весь мир я войти. Чтобы найти кого-то. Чтобы найти кого-то. Давай пой. Ой, прости, пожалуйста. Это классно, давай, учи меня скорее. Еще раз. Ой, прости, пожалуйста. Пойдем не спать, пора, ложи меня. Ага, пойдем.
холодненькая, скоро тебя вообще видно не будет. Какая вкуснотища. Я наелась, спасибо. Мам, можно мне мультик посмотреть? Я очень плохо слышу. Мам, можно мне мультик посмотреть? А, можно тебе зубы почистить? Можно. Нет, мультик. А зубы? Можно мне почесать тут голову? Почеши мне, ага. Ой, еще посильнее прям. Чеши, чеши. Класс. Мам, кто такие лохи? Что? Кто такие лохи? Ну, лохи – это такие люди, которые исследуют лохнесское чудовище. Помнишь, мы с тобой читали? О, тогда я хочу быть лохом. Ты видишь, что я сделала прическу? Да, очень. Чуточку на страшилу похоже, а так хорошая прическа. На кого? На страшилу. Так, на какого страшила? На голове солому которого? Но они деревья выплевывают или грызут. Такие купила яблоки душистые.
Еще этот. Чай купил брусничный. Ин! Ин! Раз, два, три. И опасная ситуация. Один на один. Посмотри, клево же. Круче же, чем PSP. Нет. Давай дальше. Чего нет? Почему нет? Потому что ты мне все время выигрываешь. Ну, чувак, ну а что? А ты сделай что-нибудь. Сделай что-нибудь, не болтай. Давай, дальше. Это что было? Гол! Верни, пожалуйста, молодой человек, вратаря на место. Ты что, не понимаешь? У него проник синитель. Давай, возвращай игроков, будем доигрывать. Хоккеисты, ура! Привет! Привет! Ваша еда пришла? Пошли. Перерыв. Тайм-аут уже не надо. Я выиграл. Дома, Люся, ты выиграл у папы? Да. Ну, вот. Мальчик, это фантазирует. Выиграл у папы в хоккей? Да. Да, слушай, папа мальчик. Теряет квалификацию. Стареет, наверное. Ты расскажи маме, каким путем ты выиграл. В его команду проникли вселители. Чего проникли? Вселители. Вселители? Нет. Это что такое? Вселители. Вселители. Да, ты права. И вот он вот так стал лизать. Так, а что такое вселитель? Расскажи мне. Это зомби. Зомби? Зомби. Когда они проникают в человека, человек становится зомби. И улетает в неизвестном направлении. Угу. Телепортируется, да, что ли? Да, телепортируется. По-моему, мальчику пора писать фантастические романы. Угу. Все впереди у нас. Предложение в тексте, да? И каждое предложение отделить друг от друга вертикальной чертой.